Медиагруппа «Авангард» представляет. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Группа компании «ЦИБИТ» — Центр исследования безопасности информационных технологий. И сегодня мы с вами поговорим об успешном пути специалиста по информационной безопасности и дадим несколько полезных, вот там написано вредных, извините, безвредных советов от кадрового агентства и учебного центра, которые входят в состав нашей компании. Меня зовут Колодина Евгения Викторовна, я директор по развитию компании «ЦИБИТ», и со мной вместе мой коллега Никита Червяков. Он студент, сейчас учится на последнем курсе одного из московских вузов и уже работает в нашей компании в департаменте аттестации объектов информатизации. Слышали ли вы когда-нибудь выражение «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»? И кто его автор? Александр Васильевич Суворов? Великий русский полководец. Его слова актуальны и сегодня. Почему? Актуальны для каждого современного человека, который заботится о том, как построить свою трудовую или карьерную траекторию. Вот. Мне кажется, что для любого человека вот этот вектор был бы идеальным. А знаете ли вы, кто такой специалист по информационной безопасности? Вот эта картинка отражает, чем же должен уметь заниматься специалист по информационной безопасности. Много чем. Никита, как ты считаешь, какие компетенции и личностные качества нужны в работе? В первую очередь, это, конечно же, полная стрессоустойчивость. Человек должен быть держащим в контроле все свои эмоции. Он должен уметь почти все. Никита, а как ты думаешь, кто же он, настоящий специалист по информационной безопасности, которого мы изобразили в виде многорукого, многоумеющего человека? Ну, давайте пойдем по порядку, так сказать, разберем по рукам. Итак, первое — это технарь, знающий софт и железо. Необходимо разбираться не только в компах и тому подобное. Необходимо еще уметь разобраться в программе, понимать, что она делает, и знать, как все работает. Дипломат, разруливающий конфликты. Зачастую безопаснику приходится иметь дело на переговорах с заказчиками или там с клиентами и разруливать некоторые моменты. Психолог, понимающий скрытые мотивы руководства и пользователь. Гуманитарий, умеющий использовать аналогии из привычной жизни. Сержант, умеющий скомандовать. Педагог, обучающий пользователей, и экономист, доказывающий руководству необходимость инвестиций. И мое любимое — это философ, который не плачет, когда взломали сеть или началась эпидемия. Куда пойти работать? Этот вопрос задает себе не только каждый выпускник или молодой человек, который заканчивает вуз, но абсолютно в любом возрасте этот вопрос актуален. И поэтому необходимо продумать, изучить параметры той компании, в которую мы собираемся трудоустроиться. Важен ли способ выплаты зарплаты? Важен ли размер компании? Важно ли то, привлекался или не привлекался ее генеральный директор к уголовной ответственности? Поглощала ли эту компанию иная компания? И так далее, тому подобное. Важна ли дисциплина, которая в этой компании или есть, или нет? И мы рассмотрим также те организации, в которых требуются специалисты по информационной безопасности. Мы в кадровом агентстве ЦИБИТ приходим к выводу о том, что востребованность специалистов по информационной безопасности крайне высока. И они требуются практически везде. Ведь даже сама жизнь и деятельность любого современного человека связана, ну, как минимум, с личной информационной безопасностью. А уже мы не говорим о требованиях регуляторов, например, в области защиты информации. И мы набросали несколько наиболее часто встречающихся отраслей, которые обращаются к нам с просьбой предоставить им специалистов по информационной безопасности. Вы могли бы обратить на это внимание и использовать при выборе места работы.
Как сделать правильный выбор? Я только что рассказала вам о том, что нужно изучить информацию о компании. И давайте посмотрим признаки хорошей работы, признаки плохой работы. Но не всегда хорошее — это только зеленое, а не всегда плохое — это только красное. Часто какие-то черты хорошей и плохой работы переплетаются. Весь вопрос в том, какие цели вы себе ставите. Никит, что ты скажешь про заработную плату? Нравится ли компания, в которой и зарплату не платят? Конечно же нет. Стоит в нее идти? Нет, очень важно, как раз, чтобы платили не хлебом или едой, а деньгами, желательно да побольше. Поэтому для многих именно этот пункт находится в приоритете. И сегодня мы приготовили 13 полезных советов о том, как вести себя на собеседовании. Ведь любому человеку необходимо рано или поздно проходить собеседование. Это процесс взаимодействия. Часто мы, можно сказать, продаем свои силы, знания работодателю. Мы должны правильно себя показать. И первый наш, скорее, вредный совет от учебного центра и кадрового агентства ЦИБИТ выглядит следующим образом. Завтра собеседование. Какой-то диплом брать. Кому он нужен, вообще не буду показывать. Какие-то у меня там сертификаты были, но я там все на словах расскажу. И HR-ам расскажу, какой я замечательный, сколько всего интересного я прошел. Да, они, конечно, поверят. Это плохой совет. Идя на собеседование, подготовьте заранее документы, дипломы, сертификаты, паспорт, рекомендации, если они у вас есть, резюме. Все это аккуратно упакуйте, вы покажете работодателю то, что вы структурированы, дисциплинированы и умеете правильно готовиться к тому или иному событию. И следующий вредный совет. Я амбициозен, креативен и интересен. У меня подвешенный язык, я могу заболтать любого HR. Поэтому приду на собеседование, что-нибудь придумаю на месте. Не буду готовиться. Мы сильно сомневаемся, что Никита дал вам полезный совет, поэтому перечеркнули его красным крестом. И настоящий полезный совет — это мы рекомендуем подготовиться к собеседованию. Можно отрепетировать свою речь перед зеркалом, можно перед другом, можно записать на видео, это очень удобно. И очень важно продумать четко, о чем вы будете говорить. Для чего? Для того, чтобы не быть слишком молчаливым на собеседовании и не быть слишком многословным. Наш следующий совет. У меня через 10 минут собеседования, но я так хочу допить этот кофе. Ну, опоздаю немножко, ничего страшного. Все же ждут. Это еще хорошо, если ты проснулся вовремя и всего лишь кофе. Опоздание на собеседование – плохой признак. Вы таким образом выказываете неуважение к тому, кто вас ждет. Притом, слишком ранний приход на собеседование – это тоже не очень хорошо. Прийти за полчаса – неправильно. Прийти на 10 минут позже – неправильно. Может быть, за 3 минуты. Вот это будет неплохо. Почему? Потому что работодатель имеет четкий план на день, да? У него какой-то график, и когда вы приходите слишком заранее, вы выбиваете его из этого графика. Точность, вежливость королей. Я думаю, всем известно это высказывание Луи XVIII. И наш следующий совет. Я недавно такую классную татуху сделал. Я думаю, HR заценят. Я уверен, им понравится. Я еще майку такую надену, подкачаюсь. Красиво будет. На собеседование оценят. Особенно понравились HR рваные джинсы. Дорогие, но рваные. Идя на собеседование, важно изучить, в какую компанию. Потому что если вы идете, например, на собеседование в финансовую структуру, в банк, то скорее это должен быть деловой костюм. Правда же? Есть компании, которые предпочитают casual одежду. Поэтому, как минимум, нужно выглядеть опрятно, аккуратно, ногти не погрызанные, без излишнего парфюма, поглажены. Вы должны производить приятное впечатление. Не обязательно надевать галстук, но, например, прийти в шортах, это, наверное, перебор.
Итак, мы с вами говорим о том, что нужно тщательно подойти к своему внешнему виду, и внешний вид должен соответствовать той компании, в которой вы намереваетесь работать. Как раз этот пункт о том и говорит. И наш следующий совет. Я очень нервничаю иногда. На собеседовании особенно. Но я надеюсь, что ничего мне за это не будет. Они же понимают. Человек стрессоустойчивый и не очень. Не надо нервничать. Не надо не спать ночью. Не надо пить успокоительные таблетки перед собеседованием. Ведь ничего страшного и смертельного в любом случае не произойдет. Будьте естественны, расслаблены, но не чрезмерно. Держите себя уверенно, уважайте собеседника и ведите себя таким образом, чтобы и собеседник тоже хотел уважать вас. Будьте спокойны. Нам нужно воспринимать любое событие как опыт, а любую потерю не как потерю, а отвалилось ненужное. Вот и все. Спасибо. И наш следующий очень вредный совет. Я в резюме такое напишу, они меня 100% руками и ногами оторвут. 6 лет обучения? Пожалуйста. 3 года стажа, хотя я еще не работал. Да ладно, кто узнает, они же не будут проверять. Правильно? Неправильно. Они будут проверять. Говорите правду. Иногда у вас еще нет трудового опыта, и вам, в общем-то, не о чем рассказать. В этом случае говорите о своих стремлениях и о той пользе, которую вы готовы принести той или иной организации. Не нужно приукрашать свои заслуги, ведь у HR или у руководителя, который с вами собеседуется, возникнет вопрос, а почему такой крутой парень без работы? Поэтому ваше резюме должно соответствовать реалиям, а вы должны, как минимум, хорошо ориентироваться в своем резюме. И наш следующий совет. Я крутой. Я точно приду и покажу им их место. Я вот скажу, что я устроился на эту работу. Значит, я устроился. Их мнение меня не интересует. Не пытайтесь показать свое превосходство. И не заискивайте перед интервьюером. Будьте равны, будьте спокойны, будьте уверены. Я повторяю это еще раз для того, чтобы вы лучше это восприняли. Держитесь свободно, независимо, не робейте, но и не пытайтесь показать из себя того, кем вы не являетесь. Будь тем, кто ты есть. У меня уже голова идет кругом от этих всех собеседований. Уже сходил на 20, еще завтра пойду. И что, мне нужно все запоминать? Нужно все изучать, все эти компании? Да ну нет. Нужно. Когда вы идете в организацию на собеседование, изучите ее сайт, чем она занимается. Часто по самому объявлению можно понять стиль организации. Бывают шутливые, бывают серьезные. Изучите, чем вам нужно заниматься. Проявите свою заинтересованность. Это искренне подкупает работодателя. Обязательно. И это показывает, что вы умеете анализировать информацию и готовиться к чему бы то ни было. Это пойдет вам в плюс. Начальник – козел. Все держалось на предыдущем месте работы, на мне. Я все тащил, а они меня топили. Конечно, наверное, вы крутой супермен. Но не стоит говорить плохо о ком бы то ни было и о чем бы то ни было. О предыдущем месте работы, о декане вашего факультета. Мы никогда на собеседованиях не говорим плохо. Мы держим себя нейтрально. Максимум то, что может действительно понять работодатель, почему вы переходите, например, с работы на работу. Не было карьерного роста. Это нормально воспринимается. Без излишних эмоций и деталей. Были задержки по зарплате. Это тоже воспринимается нормально. Продумайте, что вы скажете о причинах вашего выбора именно этой компании или перехода из другой. Я им покажу, кто тут главный. Я заберу это место. Оно точно будет моим. Ну, он, наверное, был хорош для Буратино. А для взрослого и современного специалиста по информационной безопасности самый лучший совет – это будь спокойным, естественным, не агрессивным. Вот мы сейчас пытаемся с вами про бесконфликтность. Это очень важно – показать себя на собеседовании бесконфликтным человеком. И наш следующий
Совет? Ну, собеседование закончилось, спасибо. Я вам поотвечал на вопросы, я, наверное, пойду. Мы созвонимся на неделю, да? В чем ошибка? Не задавая вопросы по окончании собеседования, вы показываете свою незаинтересованность, вы показываете, что вам безразлично, а работодателю всегда важно вашу заинтересованность видеть, чувствовать, принимать. Мы подготовили для вас несколько правильных вопросов, и мое любимое высказывание – задавайте правильные вопросы вместо того, чтобы выдвигать неправильные предположения. Мы подготовили, вы сможете ими воспользоваться. И, конечно же, вам тоже придется ответить на некоторые вопросы. Иногда трудно. Иногда вы будете робеть. Особенно часто сложно отвечать на вопрос по зарплате. Во сколько вы оцениваете свой труд? Мы подготовили для вас статистику по оплате труда молодых специалистов. От молодых до лид, до высшего уровня. Конечно же, в разных регионах уровень зарплаты разный. Проанализируйте рынок труда, прежде чем заявить работодателю, что вы, не имея опыта, хотите зарабатывать 200 тысяч уже в ближайший месяц. Он вас не поймет. Это будет ваша неудача. Скажите ему, что 200 тысяч вы хотели бы зарабатывать через некоторое время, прийти к этому. Понятно? И наш еще один совет. Никогда не сдавайся. Даже если вы получили негативный опыт, это опыт, не стоит расстраиваться, не стоит опускать нос, всегда держитесь на плаву. И завершающий наш совет – постоянно развивайтесь, совершенствуйте свои знания. Я благодарю вас за внимание.